Церемонию награждения победителей городского конкурса сотрудники библиотеки постарались сделать настоящим семейным праздником, который в итоге перерос в большой концерт. На сцене для самых творческих и креативных семей областного центра звучали музыкальные номера в исполнении юных талантливых брещан. Все в этот день в честь тех, кто любит читать и умеет заинтересовать этим увлечением окружающих. При подведении итогов конкурса, честно скажу, все организаторы были в замешательстве, потому что мы рассчитывали несколько на другой формат. Мы думали, что люди будут присылать такие веселые, какие-то незатейливые работы, а на самом деле получили глубокие, продуманные, прочувствованные работы, когда рассказывают об истории всей своей семьи, не только вот нынешней, но и предыдущих поколений, о бабушках, прабабушках, о прадедушках. Это было настолько прочувствовано, настолько душевно, и мы, честно скажу, были в замешательстве. На протяжении месяца профессиональное жюри знакомилось с творческими работами, которые семьи отправляли на электронную почту учреждения. В итоге за главный приз – большой торт в форме раскрытой книги – боролись несколько десятков участников проекта. Знаменательно, что большая часть творческих решений создавалась по мотивам произведений белорусских классиков, а над их созданием трудились не только взрослые, но и дети. Сюжетная палитра довольно разнообразна. Мы решили с мамой прочитать ее, а потом увидели этот конкурс и решили, надо поучаствовать, и вот по этой же книге как бы сделали презентацию, дополнили рассказом о семье. Когда-то она увидела одного мальчика и полюбила его, но потом... Он утонул собаку. Да, а потом собака сказала ему, что он пошел в свою будку, а на завтра мальчик проснулся, пошел искать свою собаку, но не нашел. Да, книга о дружбе, о том, что в нашем мире очень важна дружба, и без нее никуда. Да? И что обманывать друзей нельзя. Большим подарком для победителей конкурса стал праздничный концерт, который в буквальном смысле ознаменовал начало лета и поры веселых каникул. Кстати, в это время сотрудники библиотечной системы запланировали большое количество интересных мероприятий и конкурсов, познакомиться с которыми можно на сайте учреждения.